Всем привет, меня зовут Максим Белов, я из города Новосибирск, являюсь экспертом Национальной ассоциации аукционных брокеров. Около года занимаюсь, уже кейсов было много разных, но хотел бы рассказать про один из последних, это я выиграл дебиторку. Дебиторская задолженность – это задолженность юридических и физических лиц, в данном случае перед организацией, которая банкротится. Проверял лот совсем поверхностно, времени было мало для входа, но задаток был небольшой, всего 800 рублей. Сумма приличная, наличие документов посмотрел. Подал заявку минимальную, оценив риски, даже если что, потеряю задаток, не так страшно. К моему удивлению, лот был выигран, начал изучать досконально, выяснилось, что дебиторка неликвидная, взыскать там ничего не получится. Связался с конкурсным управляющим, представился, ну, с ним поговорили, что с ассоциацией. Конкурсный управляющий про ассоциацию уже слышал. То есть НААП набирает свои обороты. Узнал, что есть возможность, и мы можем в данную дебиторку включить еще один договор, который не был просужен. Начал изучать документы, попросил еще время. Оказалось, что этот договор ликвидный, по нему можно взыскать. Взыскать сумму очень приличную. У самой компании банкрота средств уже не было и времени, чтобы взыскивать по ней. И мне согласились включить ее в мой договор купли-продажи. Документы уже получил, готовим исковое заявление, будем просуживать. Должник Томск Газпром, это, я думаю, о многом говорит. Общую сумму будем взыскивать порядка 1 300 000. Подытожить хотел бы тем, что всегда досконально изучайте лот, объект и документы. Конечно, здесь сыграло свою роль, что я состою в ассоциации, и можно было вообще что-то сделать еще. В другом случае я бы потерял просто деньги. На связи был Максим Белов. Увидимся в ассоциации.